Сегодня я вам расскажу о новом контроллере для привода Крока. Внешне он ничем не отличается от стандартного контроллера той же черной коробочки, отличается лишь функционалом. Вон он. И дверь начинает закрываться. Все. Вот видите, дверь дошла. А дальше контроллер не дает и возвращает дверь в исходное положение. И ждем одиночного сигнала. Все. Пробуем. Как видите, дверь теперь закрывается в ручном режиме. Ну, почти до конца дошла. Для возврата в исходное положение достаточно просто закрыть дверь, и контроллер приходит на изначальные свои настройки.